Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Валерия Брюсова. Композиция называется «Ангел благого молчания». Музыка исполнена Самуила Парамоновича, видео из интернета, из цикла «Ожившей поэзии». Ангел благого молчания властно уста загради. В час, когда силой страдания сердце трепещет в груди, ангел благого молчания, радостным быть помоги. В час, когда шум ликования к небу возносят враги, ангел благого молчания, радостным быть помоги. В час, когда шум ликования к небу возносят враги, ангел благого молчания горе с души оживи. В час, когда пламя желания быстро слиться в крови, ангел благого молчания смолкнуть устал повели. В час, когда виднёт обаяние вечно любимой земли, ангел благого молчания душу себе покори. В час, когда брежет сияние долгожеланной зари, в тихих глубинах сознания светят святые огни, ангел благого молчания душу от слов охрани. В тихих глубинах сознания светят святые огни, ангел благого молчания душу от слов охрани. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Парамонович. Музыкально-поэтическая композиция «Экспромт. Ангел благого молчания». Стихи Валерия Брюсова. Музыка исполнения Самуила Парамоновича.